В этом видео я бы хотел немножко рассказать о моем процессе выбора дизайнеров, как бы тех, с кем работаю в команде. То есть, кроме денег, еще есть как бы фактор дружбы, знакомства, человеческих отношений. Очень часто бывает, что как бы кто-то начинает какие-то делать одолжения для меня, я делаю какие-то одолжения в ответ. Но вот, скажем, если я с кем-то договорился, с моделью или там с продюсером, что мы что-то делаем вместе, и я как бы с моей стороны выполняю свои условия, а другая сторона их по отношению ко мне не выполняет, то, как сказать, конечно, мой интерес охладевает, и я не продолжаю такие отношения. Вот так что, как бы, недавно вот я имел в ближайшее время несколько таких ситуаций, когда людям, будем так говорить, пользовались моим хорошим отношением и получили фотки, видео или там какие-то другие сервисы, которые я предоставляю, сделал, и ничего в ответ мне не дали, то, конечно, я от этих людей отгораживаюсь и вычеркиваю их. И даже думаю, что если они в дальнейшем как бы меняются, я думаю, что и просят, хотят сотрудничать через какое-то время, я это дело вычеркиваю, думаю, что это просто второй раз лучше не вступать. То есть очень должна быть сильно измениться ситуация, чтобы я reconsider это. Вот как бы так.